волшебного дерева. Хотела делать прямой эфир, не получилось, потому что очень похож на пана. Брэдфрут. Сама хлебного дерева я не видела, но вот такие вот у него плоды. А это у нас и индийский баттермелон. Баттер. Это масляный арбуз. Фигня какая-то. Как ее едят, эту херню? Это тоже баттермелон. Боже, чего только здесь, каких только экзотических растений здесь нет. Бутабага. Рутабага. Турнип, это наша редька. Да. Кукурузка. 2 на доллар 19. Сладкий картофель. Вот это сладкий картофель, вот они. Она как по вкусу сладкая картошка, она такая же, как тыква. Ну вот один к одному. Будет есть сладкую картошку и никогда не догадаетесь, что это картошка. Скажете, что это именно тыква. Вот сегодня большая капуста. Надо бы взять посолить. Я так и не засолила в прошлый раз. Мы ее съели и все. Итак, вот это вот. Вот эти бананы, они жарят. Вот это все для жарения. Плантенс называется. Вот так вот. Все, наверное, хватит. И, ну, корни вообще, с этими корнями у меня всегда проблема. Так и не знаю, что это такое. И как они их едят, и вообще, с чем они их едят. Кока-маланга. Наверное, что-то вкусненькое, кока-маланга. Короче, она внутри... У меня такие много-много косточек, как... Черненькие такие кругленькие косточки. Она висит дерево, такая палочка одна. И со всех сторон висят такие сисечки. Такое прикольное. И сверху несколько листочков. И все. Голое дерево, можно сказать. Кокосовые орехи, ну, понятное дело. Я вообще такие, как бы, не знаю, кто их покупает. Мне не нравится вот этот сок кокосовых орехов. Какой-то непонятно что. Ну, кто-то, наверное, покупает. Грин папайя. Вот она. Такая шкодная. А это кто такой? Мамби. Что такое мамби, понятия не имею вообще, что это такое и с чем его едят. И вот такие лопухи, с чем-то они тоже едят. Это вот семена кактуса. Я их всегда выбрала, ну, в смысле, у меня они растут, но я их никогда не ем. Один раз купила, мне не очень понравилось. Это что, yellow dragon fruit. Это dragon fruit и это dragon fruit. Вот эти все, вот эти вкусные штучки. Рамбутан. Их разрезаешь пополам, такая мякоть, сладкая-сладкая, вкусная. Ну так, на один раз только, не больше. Лимонные сливы. А это что за фигнюшка такая? Чикама. Короче говоря, бог его знает, что с чем тут едят. Бог его знает. Вот такие манго я не люблю. А это авокадо, прошу прощения, большие авокадо. А большие авокадо я не люблю, а маленькие вот такие люблю. Полюбила внезапно. Раньше я их вообще никогда не ела. Прямо корни-корни, корешки-корешки. И что же это такое? Пасая или пакая? Вообще дурдом какой-то. А это у нас что такое? Мангис какие-то. А это у нас что такое? Пич палм фрут. Пальмовые персики. Короче говоря. А что-то? Понятие. Тоже пальмовые фрукты какие-то. Короче. Как они все это едят? И что они, с чем они все это едят? Вообще не понимаю. Так, ну же перчик, понятно. Перчик это уже понятно. Перчик это уже по-нашему. Ну вот эти вот пальмовые вот эти вот фрукты удивительные. Чангунгас в сиропе. Но меня, мое внимание привлекло именно вот это вот. Это тоже по всем. Панч тоже. Фрут панч. Что за фрут панч? Бог его знает. Короче говоря. Разве можно разобраться? С этими шримпами. С креветками.